Утро в пробках началось в Самаре из-за массового ДТП на Новосадовой. В районе Постникова оврага сегодня примерно в половине десятого столкнулись, по предварительной информации дорожной полиции, 11 машин. Момент аварии зафиксировали очевидцы. Вот эти кадры. Сейчас на месте работают инспекторы ГИБДД. Им предстоит восстановить картину произошедшего. Пока рабочая версия такая. Не справился с управлением водитель внедорожника, в результате чего зацепил автомобиль Audi, который двигался в попутном направлении. Иномарку отбросило настоящую у светофора машины, а дальше цепная реакция. Автомобиль Range Rover, двигавшийся по улице Новосадовая со стороны улицы лейтенанта Шмидта в сторону улицы Потапова, напротив дома номер 187 по улице Новосадовая, допустил столкновение с автомобилем Audi, двигавшимся в попутном направлении. От удара автомобиля отбросило настоящие на светофоры транспортные средства. В настоящий момент устанавливается количество транспортных средств, получивших материальный ущерб. На месте работают сотрудники госавтоинспекции и выясняются все обстоятельства произошедшего. И вот что нашим корреспондентам рассказала одна из участников дорожной аварии. Стояли в пробке, как обычно. И просто последнее, что увидела, это машина синяя вылетает и со всей силы бьется, ударяется мне. Я спереди стояла, я приняла на себя удар. Вот. Первый синий, дальше всех пошел вот собирать. Я даже не знаю, кто. Я вот каким-то чудом, у меня подушки все открылось. Я не знаю, каким чудом, у меня ничего не сломано. Добавлю, что водители в госавтоинспекции пока просят заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути. По Московскому шоссе, Советской армии, Гагарина и проспекту Масленникова на месте аварии образовалась пробка.